Жертвами мощных взрывов в Орысе стали два человека – местные жители и военнослужащие. Еще около 160 пострадавших обратились за медицинской помощью. 15 из них сейчас находятся в реанимации. ЧП произошло накануне на территории воинской части. Последствия разрывов боеприпасов до сих пор ликвидируются. На месте инцидента в понедельник вечером побывал Касым Жомарт Токаев. Президент встретился с эвакуированными жителями Орыси и провел заседание оперативного штаба. Кроме того, навестил пострадавших и пожелал им скорейшего выздоровления. Врачи здесь хорошие, вылечат вас, не беспокойтесь. Я специально прилетел, смотрел обстановку в Орысе. Ремонт жасап беремиз, барып кайтадан жөндеп беремиз. Акшам үкмөт менен тапсырган боюнча каражатты берим керек. Больше 40 тысяч жителей Орыси эвакуировали оперативно, благодаря слаженным действиям Министерства обороны и внутренних дел. Многие ныне размещены в школах, некоторые получают помощь в мечетях. Два госпиталя на 100 мест каждый развернули в Ордобасинском и Отырарском районах. Жителям Орыси президент пообещал оказывать всестороннюю помощь, прежде всего в восстановлении домов. Все условия будут созданы, конечно, да. Все условия будут созданы. Да уже мы чувствуем это на своих плечах, что нам все предоставлено. Все области будут помогать. Главное, правительство вам поможет по моему поручению. Что касается детей, то две области, Акмолинская и Павлодарская, уже предлагают взять детей на летний сезон, чтобы они смогли отдохнуть и вот после этого пережитого кошмара. Да. Я беру все эти вопросы под свой личный контроль. Спасибо вам большое.